проснулся я от стука в двери, я хуел вообще везде. Какой дебил пришел ко мне так рано? И я посмотрел в глазок, увидел вместо головы конец. Опять вернулся друг сын до барана. Квартиру я его спустил, и он сказал мне шепотом, что прилетел ко мне на землю для обмена опытом. Он прилетел, не мог ли я его проинструктировать, как лучше научиться по-сибирским конструктировать. Я научил его тому, чего он так хотел, и повлагал.